Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эдал Джан Ялчел. Я являюсь преподавателем и главой программы интернета и сетевых технологий в Стамбульском университете Айвансарай. Точно так же, как я преподаю сейчас здесь, раньше я преподавал системное сетевое обучение в образовательных учреждениях Бельгия Адам. А до этого я проводил образовательные занятия в таких корпоративных компаниях, как Leroy Merlin и Pfizer. Начиная с этого года, мы будем вместе проводить наши занятия. Программа интернета и сетевых технологий была создана в 2011 году и имеет непревзойденный учебный план. Создавая свою учебную программу, мы переняли обычно используемые на рынке системные сетевые тренинги. В настоящее время, с точки зрения программы интернета и сетевых технологий, мы являемся наиболее предпочитаемым учреждением. Программа интернета и сетевых технологий ждет вас со своим уникальным учебным планом. С помощью проектов, которые вы будете делать в наших прикладных лабораториях, вы уверенно шагнете вперед к повседневной жизни. Кроме предоставляемой теоретической информации, в наших практических лабораториях мы будем использовать такие протоколы соглашений, как Hyper-V, а также структуры на базе Cisco Network. Друзья, самым важным для вас является стажировка и дипломный проект. Обязательная стажировка станет опытом, который подготовит вас к реальной жизни. Благодаря предоставляемым нами проектам, а также нашему прикладному обучению, после выпуска вы сразу сможете адаптироваться к реальной деловой среде. Студенты, окончившие программу интернета и сетевых технологий, смогут трудоустроиться на различные должности в корпоративных компаниях, в отделы информационных технологий и обработки информации. Вы сможете найти себе место в корпоративных компаниях, работая на должностях IT-поддержки, системного аналитика, эксперта по Cisco и Network, а также системного специалиста. Thank you.